Буэнос диас, перцы. Ядерно-рассветную заряд ваш экран, а это значит, что мы продолжаем раскатывать чертей в блинчик в Need for Speed Most Wanted. Поэтому усаживайтесь поудобнее, берите ништячки и делайте громче. Сегодня будет интересно. Поехали! Итак, у нас из 8 побед и 5 пари по одной гонке и пари. И, ну, сколько нам надо? Дайте-ка подумать. Ну, где-то полляма рейта. Так, 32 порченных, 600 тонн рейта. Отрыв меньше, чем за 2 минуты. Короче, за одну погоню мы явно не сделаем. Посмотрим заодно, что у нас там. Так, X2. Ну, в принципе, можем попробовать съебаться за 2 минуты. Давайте попробуем. Заодно и рейта немножко поднимем. Здоровенький буй. Диспетчер, Дельта-21. Так, вижу. Так. По описанию схожий с поданным в розыск. Я буй. Нарушитель уходит. Блять, нахуй я оттормозился. Гаража не получилось. Ёбаный ты анашист. Еще один. Ебать ваш рот непрогретым паяльником. Надо брать его поскорее. Так. Диспетчер, машин не хватает. Он тут творит черти что. Блять, не успел. Думал, на тормозах проскочу, но... Блять, тройка! Так, у нас минута. Блять, скорость потерял. А-а-а, сука ебаная. Вырубить тебя, что ли? Пошел в пизди еще. Так. Минута 30. 25 секунд. Так, три касания. Диспетчер, нужна скорая. Объект потравил машину. 10, 9, 8. Блять, джипики. Сука, вот не было бы их, можно было бы вполне спокойно оторваться. Ну ладно, играем по-крупному, значит. Ну чё, щенки, поехали. Только теперь надо выруливать, пока нету X4 на дорогу. Да поширше. Так, джипос. Какая трошанина, это просто пиздец. Объект скрылся, ищу его. Высылайте патрули на границе района. Внимание всем, последний раз объект едет. А вот он, продолжаю погоню. Кто кого отправил в столб? Я чё-то хуй понял. Ну ладно. X4. Сейчас пока тут, блядь, катаемся, я уже пятерку нажгу. Так, увернулись. Так, ну в принципе можно особо не наваливать. Так поворачиваем. Ну, теперь можно въебать по тапкам. Надо
Вот сукан, ой, сукан. Чмошник, блядь. Вот сука. Так, я, конечно, понимаю, что я за рулем, но кофеину это не мешает. Пришлите на подмогу кого-нибудь посерьезнее, патрульного. Нам нужен носорог для борьбы с этим типом. Подкрепление на подходе. Так, этих пидорков задоджили. Летим на резервном горючем. Осталось меньше половины. Так. Верт ушел. Блять, вы серьезно? Вы, блять, серьезно? Так, хорошо, идем назад. Нужно набить побольше меток. Может, рейта поднимем. А мы поднимем. Да здесь я, не ссы. Скорости не хватило, ну ладно. Чтобы никто не захотел разворачиваться. Неправильный удар. Но хоть не было никого, уже что-то. Блять, а вот сейчас они очень опасно встали, потому что в случае попытки их ударить... Блять, они не переворачиваются. Что? Да дохни ты уже, собака негодная. О, дорогу копать. Вот мразь, а. Так, 20 секунд, в принципе, можно... Да, можно начинать уматывать. Куда ты, блядь, заднюю врубаешь, а? Псина, ты глянь, как поджимает. На... Зюх, мимо. Еще будет мясо. Все, как я люблю. Так. Что, наверное, закроем парижки и в опизду. Сзади толпа орков. Это уже не шутки. У нас серьезные повреждения. Тук. Сейчас опасный момент, потому что где угодно могут оказаться их шипики. Ты глянь, блядь, скорость держит. Я ебу того ебала. И еще раз ебу. Блядь, опасно. На нахуй. Так, нахуй кочегарим. Через лес ебать. Щух. Чувак, я сверху. Скорость
Срочно высылайте врачей и сосредоточиться. Так, есть продолжительность. Блять, нитрухи нет. Нитра нету, нихуя. Так, есть метка. И вот с корветами будет весело. Не в рот ебаться, как весело. Собаки. Так, иди гуляй. Так, у нас статуса уже 4,8. 5 уродов на хвосте. На хвост я, естественно, сбрасывать не собираюсь. Мне еще 10 уродов надо ёбнуть. Лунная призма. Дай мне заграждение. Желательно без шипов. Так, один по полю решил объехать. Ну, пидорка. Бля, чуть в дерево не въебался. Блядь, статус 4,9. Сейчас корветы начнутся. Ебись, ты в рот перевернись. О, еще одно нарушение. И вертушка. Тут как-то да, блядь. Сука, я в КД ушел, блять. Ага, вот он. Год 3. Нормально. Пилим дальше. Есть кто-нибудь рядом? Я остался один. Он вывел из строя остальных. Все еще едут. Будут через пару минут. Так, кофейку ебать. Фу, крепкий, сука. Сокращаем дистанцию. Прибыло подкрепление. Еще секунда, и они будут здесь. Статус 5, нахуй. О, а вот и корветты. Да ты заебал меня лыжами пиздить, орк ебаный. Внимание всем. Координация переходит к полиции штата. Какая нахуй? Это уже федералы, блядь. Полиция штата уже была. Блять, 45 секунд до эпического мяса. Поговорил, просто стал 40. Еще полминуты, и мне наступит пиздец. Хотя я очень надеюсь, что не наступит. Надеюсь, мои прямые руки сумеют все это говно протащить. А мы всего-то хотели выбить одну паришку. Заебатенько так рейта капает, а? Распиздато. Ебать! Валов конями. Ага, блин. Попробуй тут не догадайся. Тут, блядь, если поглухонемой поймет, чего собрались делать. Так.
Осталось еще 6 машин пометить, и можно, в принципе, давать по тапкам. Вот только как? С таким количеством уродов на хвосте задача получается из разряда почти невыполнимая. Но надо как-то съебать. Так, сразу 4 орка минусом. Блять, я едва не оторвался от дороги. Хуй. Так, было касание 5. Блять, ебучий трафик. Блять, один впереди. А, нет. Чуть замедлимся. Так, 4. Так, проскочил вперед. 4. 3. 2. Оттормаживание избежал. Фух. Идем на нормальной, в принципе, скорости. 1. Сам под колеса нырнул. И тук. Все, можно уходить. Наконец-то, блядь. Блядь, вертолет. В течение ближайших пару минут, наверное, вряд ли уйду. Надеюсь, я обойдусь без вылета. Нет, не обошелся. Ох ты ж мать твою, ты за ногу. Ну что я могу сказать? Никогда, слышите, никогда не бейте заправки на пиратке NFS Most Wanted. Поэтому всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Адьос, пацаны. Пау.